Здравствуйте. Сейчас вот купил новую камеру, решил снять пару роликов. Вот, ну давайте про посылку одну расскажу. Вот очень интересная, недавно пришла. Вот. Вот так вот упаковано было. Сама как бы упаковка посылки, с которой она пришла, у меня, к сожалению, не сохранилась. Вот, но в принципе сути не меняет. Вот. Такой коробочки, такая вот пластмассовая фигурина пришла. Вот. Это у нас степлер без скобок. Вот. Он меня очень удивил, интересная штука. Вот. В быту очень пригодится. Чем, вот, допустим, квитанции у вас всякие, вот, с чеками, очень удобно их подкалывать. Вот так, хоп, без скоб, все замечательно держится. Вот. На самом вот этом степлере нет никаких обозначений, просто пластмассовая штучка. Вот, ну давайте я вам на примере покажу. Вот, например, вот я квитанцию одну развернул напополам, а она мне нулевая, вот. Поэтому чека к ней нету. Вот, ну смотрите, то есть берем, вот так вставляем, хопа, и все, делается дырка. Вот, с другой стороны она вот так вот загинается. Вот, и, собственно, все держится. Как будто степлером прибито. Ох, выскочил. Ну, сейчас давайте сбоку, наверное, удобнее. Вот. Все держится. Вот. Замечательно. Говорю, очень удобно в быту. Вот. Поэтому ссылку я в описании оставлю. Заказывайте. Очень пригодится. Все. Всем всего доброго.